Мир позднего Триаса. Болота, теплые лагуны и леса, где тучи стрекоз звучат, как шелковые барабаны. До этого момента ни один позвоночный не отрывался от земли дольше, чем на прыжок. Но эволюция бросила кости, и выпали длинные пальцы, кожистые перепонки, полые кости и мышцы, созданные для грибка по воздуху. Так появились птерозавры. За несколько сотен миллионов лет они вырастут из крохотных насекомоядных в гигантов, чьи крылья затмевали вечное солнце. Поздний Триас. Европа. В сумраке гигантских крон затаился Эдиоморфодон. Его хвост жердь выровнен параллельно ветке, крылья почти сомкнуты, а огромные глаза мерцают янтарем. Он слышит, как стрекоза Протолибеллула насквозь пронзает воздух мерцающей трассой. В одно движение Эудиморфодон распахивает крылья. Сцена похожа на раскрытие веера, но тихо и смертельно быстро. Пикирующий бросок занимает долю секунды. 100 игольчатых зубов смыкаются, и жужжание сменяется хрустом хитина. Уникальная деталь птерозавра – это зубы различной формы. Передние длинные гарпуны, цепляющие скользкую добычу. Задние – трехвершинные дробилки, которыми хищник перемалывает чешую мальков, попавшихся при ночных рейдах над лагуной. Он – настоящий универсал. В одной охоте он ловит стрекозу, через минуту резким крыловым разворотом черпает из воды всплывшего головастика. Тактика минимизировать время под ударом хищных рыб и сократить расход энергии. Приондактиль. Его крылья небольшие, но тело легкое, как пушинка. Он патрулирует кромку лагуны вверх-вниз, влево-вправо, словно дротик, сбитый ветром. Однако каждое движение просчитано. Когда рой мошек спугивает прыжок рыбы, приондактиль складывается в свое отражение, ныряет под солнце и ловит сразу двух насекомых встречным ударом челюстей. Его меню – мошки, комары, гнус, личинки амфибий, реже – мальки рыб. При необходимости он опускается на глинистый берег и коготками поддевает хитиновых жуков, встряхивая их в воздух так, чтобы поймать там же. Его тактика охоты – это постоянная смена высоты, чтобы врагу было трудно поймать траекторию. На рассвете зеркальная вода речного эстуария рассекается силуэтом с наконечником-ромбом. Хвост-киль стабилизирует корпус даже при порывистом ветре. Рамфаринг летит низко, так низко, что край крыла чертит звонкую дорожку по поверхности. Он выискивает тени рыбы лептолепис или кальмара белемнита. Замечает и тут же складывает ласты, превращаясь в падающий нож. В момент удара челюсти раскрыты, вода и жертва влетают внутрь, а острые иглы смыкаются, словно зубчатый капкан. Иногда рамфаринг охотится насухо. Он подпрыгивает бумерангом, выталкивая тело вверх одним мощным взмахом и хватает рыбку прямо с поверхности, не намочив грудь. Предвечерний сумрак. Крошечный динозавр Койлофисис юркнул в папоротниковые заросли. И зря. На ветке араукарии сидит Диморфодон, чья голова кажется великовата для тела. Он ждет. Две линии зубов обеспечивают двойной удар. Передние колющие, задние удерживающие. Когда ящерица появляется на открытом участке, Диморфодон делает силовой прыжок, распахивает крылья и падает сверху, как сова. Добычу парализует от шока. Хищник возвращается на свою ветку, чтобы спокойно пережевывать. Но иногда он меняет роль. В густом воздухе ночного побережья он ловит гигантских жуков Месохорис. Диморфодон висит в воздушном столбе. Отблеск лунного света от крыльев привлекает насекомых, и каждое неосторожное движение заканчивается щелчком пасти. Туман стелится по озеру, где стрекозы роятся над теплой водой. Скафагнатус мал, но поворотлив. Он использует эффект наземной подушки, проходит в 30 сантиметрах над водой, поток воздуха от крыльев отбивает влагу, и насекомые дезориентируются. Одного движения головы хватает, чтобы собрать ложку добычи. Короткая морда и выступающие зубы, как рыбачий подсак.
Когда солнце поднимается, он уходит к зарослям тростника и переключается на земноводных. Быстрейший боковой бросок, амфибия исчезает, а скафагнатус взлетает вертикально, словно пробка. На горизонте западного внутреннего моря дымка сливается с крылом. Птеранодон – настоящий парусник. Его гребень – киль, выравнивающий баланс. Он может лететь 5 часов, не махнув ни разу крылом. Воздушный поток держит 25-килограммового гиганта, пока глаза бинокли сканируют поверхность. Множество рыб Ксихактинус поднимается за планктоном. Птеранодон складывает крылья в треугольник, падает со скоростью 90 км в час и щелкает беззубым клювом, словно пинцетом. Рыба попадает в глотку целиком, и еще до касания воды крылья раскрываются, уводя хищника обратно в поток. Орнитохеер. Это пикирующий истребитель. Его челюсти утыканы 30-миллиметровыми конусами. Он не ждет удобного воздушного потока. Он разгоняется активным грибком. Увидев косяк плывущих кальмаров Энчатеутис, он совершает спираль, набирая высоту, затем вертикально падает сквозь волны, цепляя сразу 2-3 головоногих. От удара зубы замыкаются решеткой, и кальмары, выпуская чернила, уже пленники. Зеркало соленого пруда неподвижно. Птеродактиль сидит на плавучем стволе дерева. Вдруг происходит еле заметное движение в воде. Это всплеск мальков. Хищник подкидывает себя, разрывая спокойствие, зондирует воздух взмахом и под углом 45 градусов падает на добычу. Челюсти как хирургический зажим. Резкое движение и рыба в плену. Одним взмахом крыльев он вновь на бревнышке, как будто ничего и не было. Утренний туман стелится вдоль тростника. Германодактиль издает резкий клекот. Это сигнал конкуренту. Его костяной гребень багровеет по кровеносным каналам. Вызов принят. Но вместо битвы – состязание в ловкости. Кто первый схватит стрекозу, тот и победитель. Гребни вибрируют, отражая солнечные блики. Чуть подальше сидят самки и наблюдают. Ритуальное охотничье соревнование находится в генах этих существ. В палеопрерии, в низких травах, от ветра слышится протяжный свист. Кетцакоатль идет на 4 конечностях. Он высотой жирафа, но шире в плечах. Он замечает карликового динозавра Натраникуса размером с козу. Одним прыжком гигант накрывает жертву. Клюв 1,20 м длиной. Вонзается, как сабля. Хрящи хрустят. Взмах крыльями, и гигант взлетает с 3-метровой тушей, чтобы спокойно разделаться с добычей на скалистой гряде, недоступной наземным падальщикам. В дельте древней реки Нигер стадо черепах Галлионемис греется в мелководье. В небе быстро растет точка. Это Арамбургиана. Ее длинная шея втягивается, крылья складываются, и она падает словно копье. Вода взрывается. Взмах, и клюв уже держит черепаху за край панциря. Несколько взмахов, и гигант тащит трофей на высохший песчаный язык, где разбивает добычу о каменистый выступ. Хатцегоптерикс. Размах крыльев 10 метров, но корпус массивнее Кетцакуатля. Островная экосистема подарила ему короткие, но толстые кости. Хатцегоптерикс не боится охотиться в кустарнике. Он слышит хруст веток. Это карликовый гадрозавр, телматозавр, ищет побеги. Птерозавр опирается на крылья и делает кошачий выпад. Клюв-лом легко пробивает ребра. Шея с короткими позвонками выдерживает сильный рывок. Добыча изломана. За обедом он один. Другие хищники острова, карлики, отходят на безопасную дистанцию. Утро над песчаными косами речной системы Араррипы. Тупуксуара кружится, словно воздушный змей. Ее гребень – ало-оранжевый парус. Беззубый клюв щелкает плодами Аура Каритис, но заметив рыжего ракообразного, хищница планирует к отмели и одним взмахом подсекает добычу. Диета смешанная.
60% фрукты, 25% мелкая живность и 15% падаль. Корона ветрила светится насквозь на фоне рассвета. Топижара зависает словно колибри перед гроздью сочных плодов гинкового дерева. Секатор клюв отрезает ягоду, но шорох внизу привлекает внимание. Ящерица Lepida blepharis. Резкая щелк, и рептилия исчезает. Универсальный вегетарианец-хищник использует свой гребень как рулевое оперение при весении. Скальный амфитеатр оглашает стрекот цикад. Дарвиноптер сидит на выступе. Хвост уравновешивает длинный череп с ножницеподобными зубами. Выстрел, и крупный грифонит-жук уже в пасти. Ученые считают его переходным звеном. Доказательство, что природа умеет перетасовывать черты быстрее, чем мы пишем диссертации. Полет по лесной просеке пахнет смолой. Аруногнат летит, как тень. Огромные глаза ловят ультрамягкий лунный свет. Он кувыркается, догоняя мотылька, и ловит его треугольной пастью. За секунду меняет направление на 120 градусов, уклоняясь от ствола. Это рекорд маневренности в мезозое. Полдень. Воздух дрожит над волнами. Никтозавр напоминает огромный планер с Т-образной антенной. Беззубый клюв – копье самозахват. Он вонзает его в косяк сардин, захватывая сразу несколько. Двойной гребень служит рулем тонкой настройки. Любой болтанке ветра противостоит наклон антенны. Три континента, 10 тактик охоты от ночного микробомбардировщика до парящего гиганта прерий. Птерозавры первыми показали, что небо – такое же поле боя, как море или суша. Их потомки не взяли это наследство, но птицы и летучие мыши повторяют многие трюки спустя десятки миллионов лет. Понравилось путешествие? Поддержите лайком, поделитесь впечатлениями и не забудьте позвонить в колокольчик канала «Реальное нереальное», чтобы схватить следующую дозу доисторического адреналина.